Здравствуйте. Сегодня мы с вами свяжем вот такую диагональную косу. Раппорт узора в высоту 32 ряда. Для образца набираем количество петель, кратное 15, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные петли. Приступаем к вязанию. Первый ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой. Следующую петлю вяжем для симметрии, одну изнаночную. И начинаем вязать раппорт по горизонтали. Провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 10 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 15 петель. Затем повторяем. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И кромочная, и изнаночная. Вот мы связали первый ряд раппорта. Переворачиваем вязание. Второй ряд будем вязать по рисунку, как смотрят петли. Кромочную провязываем лицевой и смотрим, какие петли на левой спице, такими и провязываем. Лицевая, лицевая, лицевая петля. Изнаночные ряды у нас будут наоборот. 10 лицевых, 5 изнаночных. Итак, по рисунку будем вязать все четные ряды, как смотрят петли. Третий, пятый, седьмой и девятый ряд будем вязать так же, как и первый. Кромочную провязываем лицевой. Петля для симметрии провязываем изнаночной и начинаем вязать раппорт по горизонтали. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 10 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Таким образом нам нужно провязать 3, 5, 7 и 9 ряд. 4, 6, 8 и 10 ряд будем вязать по рисунку, как смотрят петли. 11 ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой. Первую петлю для симметрии вяжем изнаночной. И приступаем к вязанию раппорта. Для вязания раппорта нам понадобится дополнительная спица. Снимаем 5 следующих петель с левой спицы на дополнительную. 1, 2, 3, 4, 5. И оставляем эти петли за работой. 5 следующих петель с левой спицы провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Далее нам нужно провязать петли с дополнительной спицы. Можно их обратно вернуть на левую спицу, а можно провязывать сразу с дополнительной. Провязываем 5 лицевых петель с дополнительной спицы. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 изнаночных провязываем с левой спицы. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 15 петель. Затем повторяем. 5 петель с левой спицы снимаем на дополнительную. 1, 2, 3, 4, 5. И оставляем их за работой. 5 следующих петель с левой спицы провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 5 петель с дополнительной спицы.
5 лицевых у нас будет петель. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 изнаночных петель провязываем с левой спицы. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Вот мы связали 11 ряд рапорта. Переворачиваем вязание. 12 ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. Кромочную провязываем лицевой и смотрим, какие петли на левой спице, такими и провязываем. Лицевые петли, изнаночные петли. Опять пошли лицевые петли. Итак, по рисунку будем вязать до конца ряда. 13 ряд рапорта. Кромочную провязываем лицевой. Следующую петлю вяжем изнаночной. Это петля для симметрии. И приступаем к вязанию рапорта. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 15 петель. Затем повторяем. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Вот мы связали 13 ряд рапорта. 15, 17 и 19 ряд будем вязать также. 14, 16, 18 и 20 ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. 21 ряд. Кромочную провязываем лицевой. Петлю для симметрии вяжем изнаночной и приступаем к вязанию рапорта. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 5 петель снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4, 5. И оставляем их за работой. А 5 следующих петель с левой спицы провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 5 петель с дополнительной спицы. Провязываем 5 лицевых петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 15 петель. Затем повторяем. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 5 петель снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4, 5. И оставляем их за работой. Следующие 5 петель с левой спицы провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Затем вяжем петли с дополнительной спицы. 5 лицевых петель. Один, два, три, четыре, пять. И кромочную провязываем изнаночной. Вот мы связали 21 ряд рапорта. Переворачиваем наше вязание. 22 ряд будем вязать по рисунку. Кромочную провязываем лицевой и смотрим, какие петли на левой спице, такими и провязываем.
Итак, по рисунку вяжем все четные ряды. 23 ряд. Кромочную провязываем лицевой. Первую петлю вяжем изнаночной. Петля для симметрии. И начинаем вязать раппорт узора. 10 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 15 петель. Затем повторяем. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Таким образом, как мы провязали 23 ряд, будем вязать 25, 27 и 29. 24, 26, 28 и 30 ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. 31 ряд. Кромочную провязываем лицевой. Первую петлю вяжем изнаночной. Далее вяжем 10 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующие 5 петель с левой спицы снимаем на дополнительную. 1, 2, 3, 4, 5. И оставляем их за работой. А 5 петель с левой спицы провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 5 лицевых петель с дополнительной спицы. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Вот мы связали 31 ряд раппорта. 32 ряд будем вязать по рисунку, как смотрят петли. Довязав 32 ряд, 33 ряд начинаем с первого. Вот такая диагональная коса у нас получилась.